Всем привет! Прошли праздники и ну чё, Антоха, тебе огромное спасибо за крючки. Все на месте, никуда не делись. Сразу приварил, чтобы их не потерять в общем металлоломе. Ну вот так вот дни проходят потихоньку, помаленьку. Делаем. Убегает. Печку делал. Заработал фен. Сделал парню фен. Шурик. Все, коробочка на месте, новенькая, нульсовая коробочка. Прошло 15 минут. Нульсовая коробочка. Да-да, ребят, всем привет. Я у Санечка Тарасова в гараже. Вон он ходит. Парень. Он издевается сегодня надо мной. Я приехал его проведать, гостя, он издевается. Ну, а видите, у него электро. Какой. Все пучком. Работа идет. Сколько много места занимает. И новая коробочка, такая маленькая, уже на месте. Вот Корефан заехал в гости, его озадачили поработать, блядь. Гаечка у него проебалась, у него в коробку куда-то залетела, блядь, гаечка. Пусть работает, приди, правильно. Приди в гости. Приди в гости. О, ребят. Чистенький зато был. А все в грязном стоят, он пиздят. В чистеньку стоит, херачит. Вот такие дела. Вот так к нам приезжает. Да. Студент вообще оборзел, блин, что-то там делают непонятное. Давайте что-нибудь покрутим. Ну, здесь автономку починили. Все работает. Ух ты, глаза светятся у тебя как. Thank you.
красивая, красивая. Ух ты какая. Вот так вот Сашка у нас обедает. Блять, Саша. Вот представляете, мне угрожают здесь. Я сижу уже в уголке. Пришел в гости, а меня тут забили в уголок. И вот Саша у меня, видите, что? И как у парня настроения нету. Да. Я все снимаю. Капец тебе придет. Да пожрать нормально, посидеть включил. Сука, снимает же, блядь. Да не снимает она. Блять, когда же мы тебе его нахуй уже уберем, блядь, от твоего телефона? Видите, пиздит меня, блядь. Хотя, Валер, поскольку лет? 38. О, нихуя. Женатый? А, нет. Нахрена. Вот парень у нас есть неженатый, Валера. Электрик. Кому нужен взять электрик? Не электрик, а автомеханик. Автомеханик даже. Короче, зять есть бесхозный. Бесхозный взять есть. Нет, сейчас... взять. Не-не, сейчас мы его умоем, он вообще красивый будет. Ладно, ты что, пошел свою коробку делать? Сейчас посидеть. Крутить, блядь. Крутить, вертеть. Довольный такой, коробка новая. Надо. Пойду покрутить. А когда коробки не было, сидел здесь до последнего, да? Ну, я нихуя не делал, блядь. Делал. Там все время, но дышать не хватит. Доброе утро, ребят. Хожу тут на работу уже, собираюсь ехать. Туда-сюда хожу. Трактор завел. Уже три раза здесь мимо прошел. Опять какой-то партизан смотрит мое видео. Я уже тут мимо три раза, она, видите, в цвет этого. Видите, чтобы его... прошел. В общем, я его, этого партизана, я так и не увидел. Соседи спрашивают, никто не видел тоже. Сегодня я еще не спрашивал, я только собираюсь ехать на работу. Напомню, вот эти утеплитель, забыл, как он называется, быстро, короче, сообразите, остались кусочки. Принес тоже инкогнито. И вот теперь в том ролике, который Антон, как повар, делал трактор, мы там, ну, он мне привез вот крючки, ну, я там что-то заикнулся, вот за вот такую фишечку. Вот. И вот партизан мне этот опять привез. То есть хочу обратиться, ну, ребят, хоть, как сказать, огромное вообще спасибо. Ну, мне как-то неудобно и, как сказать, я видео даже не буду снимать, если что, ну, подъедьте хоть поздороваться, хоть спасибо сказать, вот честное слово. Может быть, ну, не хочешь, чтобы видео про него снимали. Видео снимать обещаю не буду, ну, хоть поблагодарю, руку пожму хоть. Вещь хорошая, спасибо огромное. Блин, пазл собирается. То есть как раз то, что мне надо было. И если что, я вот так вот, может быть, обрежу, может быть, вот так, ну, посмотрю, как этот, как его, как сказать, как будет там выглядеть. А эту часть, может быть, использовать в другое место через этот. Посмотрим. То есть вот это вот как раз вот и нужная вещь. Вот она, видите, крутится. Вот как раз она и нужна была. Огромное спасибо. Ну, откликнитесь, пожалуйста. Ну, хоть руку пожму, ну, честное слово. Ну, пазл собирается, кран делается, получается. Я поехал на работу. Я уже три раза прошел с утра. А вот. А то кто-нибудь бы прибрал бы. Тут, видите, незаметно так. Ладно, в общем, откликнитесь. Огромное спасибо. Я поехал на работу. Да, ребят, работа. Вот Серега мне дал. Фанера такая, листы, они никуда не идут, подложка была.
Говорит, надо. Я говорю, да мне некуда. Он говорит, ну вон там у трактора загородишь. Я говорю, ну ладно. Раз они не нужны, потом намокнут. Их выкинуть. Ну такая фанера, вот типа мебельная, что ли, сантиметровая, наверное. Ну тяжелая. Упарился. Ну, чтоб ветер и снег не задувал. В этом году что-то не будем столбы ставить. Они вон лежат. Потому что надо, чтобы земля уселась, и край как раз может упасть сюда. Ну. О, Тёма. Тёма, здорово! О, видите, кто маляр у меня сосед-то? Тёма, оказывается. Видите, газ красит. Готовит. Чё, врезку когда обещают? В течение месяца. Видите, будет газ-труба. Вот она. Как я показать вам? Вот она. Вырежут. Будет парень с газом. Фух. Ну, мы чё, работаем? Дальше загораживаем, чтоб снег не задувало. Ну, и сквозняк со двора убрать. Ну и вот так получилось. Тёма вот трубу докрасил. А он идет. Я говорю, Тёма, трубу докрасил, я доколотил. И все, и у нас четко получилось. На, баннер сюда тебе найти куда-то. Красивенький. За место забора. Это у нас все временно. Прикатаем, все с яма сядет, потом начнем здесь. Я начну, может быть, сейчас что-то там ломать, потому что тоже она уже вся сгнила там. Крыша. Так что все нормально.